Термопластиком дорожные рабочие наполняют специальную емкость разметочной машины. В этом котле будет поддерживаться необходимая температура материала для того, чтобы наносить его на дорогу. Сначала делают предварительную разметку, это тонкая белая линия, а затем уже машина по этой линии рисует основные. Из соседней с термопластиком емкости на свежую разметку добавляют и специальные световозвращающие стеклянные шарики, которые позволяют лучше видеть разметку ночью. В котлах варится сам материал. Шарики вот эти вот, они добавляются отдельно уже перед нанесением. То есть пластик, ну, наносится, и следом наносятся шарики. Фары светят, разметка отражается. Только за одну ночь можно нанести от 200 до 400 квадратных метров разметки, поясняют специалисты. Горячий термопластик предназначен для основных линий, например, осевых и для обозначения пешеходных переходов. Холодным пластиком наносится разметка «Дети» возле объектов образовательной сферы. Нанесение разметки на дороге – один из важнейших видов работ дорожно-строительного сезона. Размеченные дороги позволяют водителям лучше контролировать ситуацию на дороге, что повышает безопасность дорожного движения. Весь цикл работ проходит под контролем Департамента городского хозяйства. Гарантия на разметку 12 месяцев. Если она вдруг сотрется раньше, то подрядчик восстановит линии за свой счет. ГОСТом прописано максимально возможный сход разметки. То есть если на определенном участке период эксплуатации данное замечание выполнен, подрядчик по гарантийным обязательствам восстановит линии разметки. Работа запланирована до конца августа. На объектах улично-дорожной сети во всех внутригородских районах Самары нанесут в общей сложности более 120 тысяч квадратных метров разметки. В том числе и на улицах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А пока проспект Юных Пионеров стал одним из первых участков, поскольку здесь расположена аллея Трудовой Славы, которая станет одной из площадок празднования 1 мая и Дня Победы. Поэтому важно оперативно привести территорию в порядок. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.